На прошедшей в июне выставке Infocom 2014 в Лас-Вегасе компания Christie представила уникальный прототип технологии систем визуализации Christie Digital Sandbox. С помощью высокоточных технологий динамического проекционного видеомэппинга были проведены уникальные демонстрации. Традиционным видеомэппингом уже сложно удивить профессионалов рынка, но уникальность экспозиции заключалась в том, что модель, на которую проецировалось изображение, не оставалась неподвижной. В качестве первой модели использовалась распечатанная на 3D-принтере мини-копия индуистского храмового комплекса Ангкор-Ват в Камбодже, посвященного богу Вишну. В начале демонстрации модель расположили в одной из частей стола. Система Christie Digital Sandbox после процесса распознавания автоматически определила и безошибочно спроецировала заранее заданный образ. Затем модель была перемещена в другую часть стола. И здесь система Christie Digital Sandbox вновь безошибочно определила местоположение и произвела проекцию заданного образа с учетом измененного местоположения. Демонстрация была успешно реализована и на других моделях. Put a couple projectors on, get the alignment right.